Еб... Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть работает. Да они будут работать 5 минут максимум. Минут. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, лёхотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас туран по нём? Не надо. Не надо. Он уже проехал бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его урод. Ну смотри, чтоб не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот, нахуй. Блядь. Блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это ей, они будут заходить туда, блядь, что же. Я понял. Чё работать будет? Чё у них будет? Тут непонятно, тут на два направления идёт сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших НСВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог. Бля, как бы не сапогом, по своим не заебали. Поехала, поехала техника. Наблюдаю, поехали. Два танка, четыре бро, пять бронемашин. Наблюдайте, Птурон, скажи. Птурон, юрист, работайте. Идет два танка, четыре техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит. Два танка, четыре бронемашины. Так НСВ по БФа может ебать тоже. 8 бронемашины. Ебать. Вы где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашины на сос... Пизда, сейчас танк рас... Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну один Алеша, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, Алеша не наш. Танк, ёпта, блядь, который на Володаровке. Ты смотри. Ну, один наш, остальные не наши. Саратов, там, скажи, пусть там... Ты туда мне, блядь, наведи, нахуй, на эти, блядь, танки ебучие. Я их смотрю, что ты орешь, нахуй. Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да они видели. Птурон, работайте, Птурон, работайте. Когда блять, пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если, когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком скорректировали огонь. Блять, Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. АГС. Хорошо, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, въебали первую. Блядь, на бэхе с НСВТ можно проебашить. Ну что-то прилетело в танк. В Укропский, блядь. Я по укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НСВТ достает, спроси. НСВТ достает. Первый, хуяйте с НСВТ, с пулемёта. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем бед. Yeah.
Сапог тоже пускай работает. Сапог, так, внимание, пускай работает. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там? Второй Укромский. По нашему подделу не стрелять, не стрелять. Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Чё по НЦВТ не спроси? Мужичок, не видит прием, мужичок, не видит прием. Не работает. Блядь, ебать, накрыли нахуй. Четыре техники сразу, прям, ай, блядь, я ж кижу, как... Ты видишь, а? Хуярим. Блять, и танк хорошо поклал. Молодец, сука. Блять, ебать он Рекс, сука. Просто пизда. Где Рэмбо? Смотри, он был. Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают нашу, еще НЦВТ. Пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел, Укропский. Блядь, пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда... Второй танк нахуй разлетелся, Укропский. Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо, нахуй, пизда им, все, им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен! И меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Блять, где пацан наш, ебаный в рот? Вот он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет на туре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Ебать, бля, ой, сука, красава. Вообще камикадзе, он притык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, че у нас, че по расходу? Спроси. Отъебывать, да, наш? Да. Что, пусть нахуй, он уже делает. Давай, откройте. Наш откатывается. Блядь, меня интересует, блядь. Им пизда всем там пришла. Пизда, они четыре техники стали, нахуй все разлетелось. По 124-й пока сейчас не наблюдаю них. Нихуя не отходит, они все на 144-й стали, их там накрыли. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все, тихо, на перезарядку. В готовности. С какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там три танка на минах ебалось. Заскури их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Они на минах. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Да ну нахуй. Я понял, мы скурили. Ракета у меня кончится. Покажи, где. Понял, все хорошо, заебись. Ой, огонь ведет. Внимание, все танки там подорвались, нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блять, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет, нахуй, с поддержкой. А где эти три танка, нахуй? Что, Мадрид обратно ебанушка? Да, я ебать, вообще конченый, нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб, нахуй. Он к ним чуть как этот, как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас я сказал, что все на перезарядке. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, они на месте стоят, стреляют. Как понял меня? Где он?
упал, еще пару бронеобъектов. Вот здесь он, блядь, это. У нас получается, блядь, не разъебашь. Вот это наш. Где? Вон он заехал. Он в лесополку.